Югорских школьников и студентов приглашают отметить День программиста проверкой знаний. Депинформ технологий Югры и Югорский НИИ информационных технологий проводят традиционную олимпиаду по программированию. Испытать себя можно на сайте, адрес которого вы видите на экране. При этом ответы проверяются в автоматическом режиме. Победители и призеры получат почетные грамоты. Российские программисты отмечают профессиональный праздник в 256-й день года 13 сентября. Это число выбрано не случайно. Именно такое количество различных значений можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.